Насколько надо быть идиотом, чтобы сделать такую хуйню? Сука! Я больше никогда тебя не возьму на ловлю раков. Просто никогда. Иди к черту. А кто-нибудь сущности вставлял куда-нибудь, нет? В виде гномика? Ну ладно. Я не стал говорить. Вставляли или нет? Я тебе в рот вставлял. В рот. Пидорас. Все. Well played, Игорь, well played. Может, ебанем? Чтобы кто-то ушел. Давай ебаш. Ебаш гараж. Давай. Так, пока, конечно, сижу на варде какой-то. Да, это мы ебошим уже, так... да? Да вы, да, это вы начинаете. Это Андрей сейчас вот прям. Давай, блядь, я тоже ретик тебе буду. Хули. Давай, блядь. У меня 10 стиков, и у тебя. А у тебя ебало нет, потому что ты долбоёб. Там плохо. О-о-о-о! 2-1. Ситуэйшн. Ебать. Мать, что ты сделал в конце? Да я думал, это сзади, блядь, кто-то хуярит. Так, слушай, а такое? Тут Магнус, его надо, ловить, ловить. Ловить. Ух ты. Ё-моё. Еще этот, финалку. Санстрайк на блинк, вот сюда заранее кидаем. Ну, не туда. Ебо! Что? Тихо. Я иду сюда. А, эти варды. Блять. Неловко вышло. И ты спалил мой вард. Некоторые могут быть проблемы, когда я стану профессиональным спидранером этой игры. И я думаю, что да, лучше желательно с самого начала все попробовать пройти, потому что, блядь, так будет лучше всем! Ох. Можешь, конечно, подняться, да? Тут еще прям один был. Где-то. Я его сейчас убью, смотрите на него. Стоит АФК. Ваша... Почему его не убивают? Не знаю. Что происходит? А, я понял, меня лагало. Все нормально, ребят. Есть семерки? Тэф-клиент. А что, давай убьем его. Все, он мертвец, нахуй. Я ему сейчас дам еще эту хуйню. Потом он, блядь, долбоёб. Мэтт! Хуёх нахуй с кулака, блядь, ебочно нахуй, блядь. Radio Kappa. Fuck me. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? Сок дерьма. Ты кусок дерьма, дерипел, блядь, ты заебал. Балос свой, что ты там уже чирикаешь и чирикаешь? Я бы, блядь, всех разъебал, если бы ты кнопочки своими с колбасками нажимал. Да ты школьник тупой, кого бы ты разъебал бы? Всех, я уже, блядь, на момчик пальчик держал. Пока ты с дельками по своей жирной клаве водил. Меня тут, блядь, кнопка не нажимается, потому что герой шариком, который встанет на секунду, держит на секунде 6 секунд. Встанет. Всё, блядь. Потому что я, блядь, проблемы вещь. Там я видел. Я тебя нахнул, ты бы умер там. Ну тогда, блядь. Ебать, ты петух, конечно, я в шоке. Ну я думал, я помогу, блядь. Хотел помочь, я не мог. Ты что, дебил, блядь? Это не я! Ты сказал, оба сдохли! Вот теперь оба. Блядь, я думал, оба сдохли. Первый нырнул. Давай, давай, залазь. Там гилик даже бежит. Назад только садись. Он внутри. Ребята, вы нас наведете, если что? Опа, давай подождем, что... А, все, не понимаю, да? Ой, это где? Да, вижу на 140. Мы туда плывем или нет? Я не вижу. Какое у нас последнее место? Я не вижу раков. Да вы там нормально, нормально плывете.
Бля, ну тут в спине, Ваня, слышишь? Давайте по нам. Погоди, я выпрыгну. Хабач, подаем, тип. Готовься. Ты слышишь? Если... За нами! Ты чё, идиот? Господи, какой ты конченый! Это просто шок! Это конченый человек! Он просто, просто идиот! Я не знаю, насколько надо быть идиотом, чтобы сделать такую хуйню! Сука! Я больше никогда тебя не возьму на ловлю раков! Просто никогда! Иди к черту! Так, раз я бачу, можно так сделать. Бачишь? Да. Чувак, дальше? Давай! О, это консульта, так называемая. Нахуй все в одном руке. Да, похоже то, на то. Ебать в рот. Да он заебал, потом. Ха-ха-ха! Очень весело, да. Надо же поддержать. Не, все правильно. На одной волне типа с командой этого. Ну да, да. Я живу. Не, не живу. А, не живу. Хотя килл обоих. Ну там Тинни уже сейчас даггером прыгает, тебя ебет. Не, ладно, что Тинни не будет. Нет, он. Тинни в рот берет. На это Лех, а это Мансит. И Войда пару тычек. Ой. Мисс. Сюда, блядь. Ух ты!